Выключи или это самое. Он выключил. Сейчас. Не надо, не надо. Бабушка запрещает снимать. Да. Ну что еще расскажешь, что-то люди? Ну что ты мне расскажешь? Я тебя давно не видел, прям соскучился. А, ну да, выборы. За Собчак, короче, буду голосовать. Пойдешь за Собчак? Думаю, не знаю, не знаю. Ну, за Жириновского в этот раз точно не буду. Его Путина. Пора на пенсию. За Путина. Ну, это твой выбор. А, ты не хочешь? Нет, Путин это все, это ты там сам себя записывал. Две войны развязал в Украине. Ну, в Сирии он не развязал, но подключился к войне. Так что мы сейчас на два фронта воюем, гибнут люди. И все это из-за его политики. Думаешь? Да это кто-нибудь подставляет его. Ты что думаешь, из-за Путина? Если бы не Путин, уж давно бы война была. Так она идет, а в Украине идет, и в Сирии ой, идет. Ой, в Украине там дурак этот. Ну а кто развязал? Вот ты дурак. Давай, расскажи лучше про Шали, вот как идет это самое. Это вот на... Да не работает. Ты меня что это сверкаешь, снимаешь, жаль меня. Что я буду тут рассказывать? К сожалению, тут нет режима скрытой съемки. Буду что рассказывать, а ты будешь меня снимать, да? Ну, а ты так, выбирай выражение, чтобы лишнего не ляпнуть. Нет, я ничего не буду тебе говорить. Лишнего не ляпнуть, вот так не получается. Да. А вот сейчас бабушка делает картошку, но отказывается интервью. Отказывается, да. Все. Отказывается, не хочет. Ну давай, тетя Люда, мы с тобой поговорим. Не хочу я. Ну все, ладно, все. Пока ты не выключишь. Все, выключаю. Я ее снял, скажи. А я ее снял, короче, там, видео ее снял. Ну что ты? Она ей просто, я пришел и начал задавать вопросы. Ну, она... и как относится она к отцу, как относится к матери. Она все высказала как на духу. А ты все записал? Я все записал. Ну для чего? Как для чего? А ты не спросил, как она относится к тебе? А она да, она сказала, Дениска молодец, на тебе 50 рублей, вот только я вам не говорил. Да? Да, так сказала. Ты себя записал? Выключи, пожалуйста. Да не выключу, вот мигает просто. Он не может его выключить. Мигает.